Большая праздничная программа запланирована в Самаре к 438-й годовщине с момента основания города. Пройдет сразу несколько торжественных церемоний, а также различные фестивали. Подготовку обсудили сегодня в городской администрации. Сразу несколько событий будут традиционными. 8 сентября первые лица города возложат цветы к памятнику основателю Самары Григорию Засекину. А на протяжении двух дней в городе пройдет традиционный фестиваль духовой музыки на сопках Маньчжурии. К нам приезжает 13 коллективов, представлены 4 федеральных округа, Приволжский, Северо-Западный, Уральский и Южный федеральные округа и представители из 8 городов: Санкт-Петербург, Севастополь, Екатеринбург, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, естественно, Самара, наши коллеги из Сызрани и Тольятти. На площади Куйбышева 8 сентября будет праздничный концерт. Хедлайнерами станут группа Ума Турман и исполнитель Сергей Трофимов. В этот же день на площади будет работать небольшая ярмарочная зона, где местные производители в рамках выставки «Сделано в Самаре» представят свою продукцию. Это у нас получается 10-я юбилейная выставка продаж «Сделано в Самаре». Она набирает популярность и для жителей Самары, которая сочетает в себе покупки, развлечения, возможность узнать больше о местных производителях. Также 8 сентября в городе будет проведен квест с вопросами об истории Самары. За правильные ответы можно будет получить призы. Всего будет 2 локации квеста. Это район старого центра города и район Безымянки. К историческому квесту присоединятся и самарские школьники, у которых из-за работы избирательных участков не будет уроков 6 и 7 сентября. Для них в эти дни будет организована культурно-просветительская программа. Будут организованы массовые мероприятия вне школьной направленности. Запланировано посещение действующих тематических выставок музеев города, общественных пространств, парков и скверов. Спортивные соревнования по основным видам спорта, посвященные Дню города. О том, что празднование Дня города совпадает с выборами губернатора Самарской области, напомнила и глава Самары Елена Лапушкина. Она попросила городские службы ответственно подойти к работе в этот период. Коллеги, напоминаю, что у нас 6, 7, 8, кроме праздничных мероприятий и Дню города, будут еще серьезные выбор губернатора Самарской области. Поэтому прошу вас всех лично, ваши коллективы, прийти в эти дни, проголосовать. Также на встрече обсудили вопросы усиленных мер безопасности горожан, особенно при проведении массовых концертов, и продленный режим работы общественного транспорта, чтобы самарцы смогли спокойно добраться до дома после завершения всех мероприятий. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.